Несколько сотен человек участвовали в столкновениях с полицией в самом центре Рима. Беспорядками на Капитолийском холме закончился протест правозащитников против жилищной политики города. Они выстроили баррикады из картонных коробок на площади и попытались штурмом взять мэрию. Силовики были вынуждены разогнать толпу водометами. За годы экономического упадка в Италии особо усугубился жилищный кризис. Выселение за долги стало массовым явлением в крупных городах. Правозащитники подобными акциями пытаются привлечь к проблеме внимание властей, но пока безрезультатно.